Всем добрый день, я приветствую вас на своем канале, и мы продолжаем нашу поездку, нашу прогулку по Коломне, куда мы приехали с сестрой на один день на машине в будний день. И вот мы уже, я уже выложила несколько видео о том, как мы с ней гуляли, о том, как мы ходим, ездили по городу на машине, как мы гуляли по центру, и о том, как мы Нашли литературное кафе. Сейчас мы опять находимся вот в центре, в Посаде. Вообще, эта историческая часть Коломны, Посад или старый город – это километры улочек со старыми домами, наличниками и другими атрибутами прошлых веков. Вот здесь, например, находится музей Патефона. И посмотрите, какая вот штука стоит для добрых дел, тышечки. Бросаешь сюда. Вот. И э, Коломенский патефон. Вот такой вот музей с хэштегом «Коломенский патефон». Здесь в старом городе постоянно что-то... Он очень ухоженный, но здесь постоянно что-то обновляют, красят. И даже в зимнее время здесь, по-моему, прекрасно можно гулять пешком, а летом на велосипеде покататься. В Посаде множество музеев. Э, также храмы. Вот, и вот раз в музей Патефона, но мы не заходили, потому что с маленьким ребенком он уже устал, мы не стали. В следующий да, раз революция. я постараюсь по всем направо, музеям зайти, пройтись. Вот, и также, кроме храмов Кремля, можно посетить, конечно же, монастырь Старогалутвин, который сейчас, к сожалению, закрыт. Он находится в 10 километрах от Кремлевского комплекса и расположен на красивом слиянии двух рек Москвы и Ати. Ну, конечно, сердцем а, Кремля считается Соборная площадь с главными храмами Коломны. Я уже говорила, что Успенский храм, э, собор в свое время был заложен Дмитрием Донским, и в его недрах хранилась столоменская святыня икона Донской Богородицы. Вы этот храм видите сейчас прямо перед собой по центру. Икона эта сохранилась по сей день. Она на, находится в Тетеревской галерее. Рядом расположен храм Воскресения Славущего и Свято-Троицкий женский монастырь. Новоголудвин. Уклад в жизни в монастыре достаточно современный. Монахини не закрываются от общения с мирскими и даже проводят экскурсии. Ну и еще одна сохранившаяся часть Кремлевского комплекса – это Пятницкие ворота, куда мы сейчас с вами и пройдем. До них можно дойти пешком по улице Лазарева, которая проходит отрасль раз сквозь Соборную площадь. Ворота имели статус главных въездных и представляют собой хорошо укрепленную башню с тремя ярусами основных бойниц и множеством маленьких. Можно легко представить, насколько мощным был этот пропускной пункт в свое время. Как и положено таким сооружением, внутреннее пространство имеет несколько отсеков, и в моменты опасности ворота закрывались на несколько решеток и ставин после чего на головы врагов падали стрелы, камни и лилась горящая смола. Вот вдалеке она уже виднеется. Значит, помимо Пятницкой башни рядом находятся еще Одна башня квадратная, это Погорелая башня Алексеевская, высота ее 24 метра, вон там справа мы сейчас будем проходить, ширина 8 метров и длина 12. Свое первое имя она получила по причине случившегося с ней, в ней когда-то пожара, а второе название она получила Алексеевская от находившейся недалеко церкви Алексея Человека Божия Спаса Преображенского монастыря. Но не сохранилась. И вот такой вот посад. Здесь тоже за стенами э, Соборной площади. За соборной площади вот такие домики. Здесь, кстати, мы видели священников. Тут, наверное, они живут. Я не знаю, которые здесь же служит. И таким образом мы сейчас выйдем на такую площадочку, где как раз будет. Пятницкая башня, можно будет хорошо ее рассмотреть. К сожалению, сейчас зимой мы не пошли к реке, набережной, потому что ну, там делать нечего, мост не разводится. И мы не стали туда спускаться. А так, в принципе, очень, очень красиво, очень интересно. Кстати, здесь есть и Маринкина башня. Это башня Марии Мнишек. Она находится, где главный вот вход в Кремль. Башня башне 8 этажей. И э, там в, в 1614 году в возрасте 26 лет умерла знаменитая авантюристка смутного времени Мария Мнишек. Маринка самозванная. И говорят, она превратилась в черную птицу. И э, до сих пор в проломне считается, что очень много черных голубей. На самом деле голубей здесь очень много. Ну, целью нашего маршрута э, была калачная. Мы хотели, наконец, дойти до калачной и купить калачей. Я знаю, что толачи э, это фирменные считается. Такая фишечка коломны. И Почему-то их продают да, не да, везде. Да. Вот в этом вот литературном кафе не было калачей. Может, закончились, не знаю. Вот. И мы пошли в калачную. Кстати, в калачной заодно можно посетить музей калача. Но еще, опять же, повторюсь, что из-за того, что с нами был маленький ребенок, мы этого не сделали. Может быть, в другой раз, когда мы меньше погуляем, мы пойдем по музеям. Вот, пройдя через эту пятницкую, пятницкие ворота, мы попадаем как раз вот сюда спуск э, к набережной вот я вам уже сказала что если пойти по этому спуску вниз то можно подойти как раз к этому мосту по-моему называется бабринский как-то так вот туда вот прямо и э, он очень интересно летом разводится он разводной э, очень интересно посмотреть вот здесь калачи на вынос и музей калачная мы наконец дошли до последней инстанции, до конечной точки нашего маршрута. В принципе, мы прошли очень много по городу. Я считаю, мы ходили 4 с лишним часа. Молодец наш маленький путешественник, который ехал, как он говорил, я еду за приключениями. Приключения у него получились, четыре с половиной часа приключений. И он даже ни разу не пожаловался, э, с, с большим удовольствием гулял, с большим удовольствием бегал. Конечно, здесь воздух замечательный, э, атмосфера чудесная, и здесь, конечно, интересно прогуляться просто. И, ну, я не знаю, я люблю Коломну, поэтому я не могу быть объективной, я очень люблю этот город, мне здесь всегда нравится э, находиться, и я всегда приезжаю сюда, это... Такая заряженная позитивом, что ли. Здесь очень добрые люди, очень mm -hmm. исторические места, очень красивые дома. Как-то вся эта атмосфера очень так настраивает на какое-то спокойствие, на какое-то миролюбие. Очень много храмов. Приснушка. Смотри, приснушка. Дедом. Еще что-то открывается пирожок ароматный. Наверное, типа последнего вздох. Цена на сегодня 36 рублей. Фу, 60 рублей. А? Да. Ну вот, мы затоварились, затарились, затоварились. Накупили, закупились значит рылочами здесь вот рылочий раз с русиным гуси, паштетом здесь можно купить просто калач. цены я вам показала ну, достаточно недешево если брать по 200 рублей эти рылочи с печенью а так калач стоит 50 рублей вот это пятницкая башня я вам сейчас показал как раз этот вот такой крюк на котором висели ворота а это мы уже идем к машине, как бы вот еще кусочек кремлевской стены. А, уже начало темнеть и, к сожалению, день короткий зимой. И вот, вот эти башни, эти кусочки. Кремлевские стены я вам уже показывала. Центральную часть я вам показывала только из машины. Мы в этот раз там не гуляли, не ходили, потому что мы пошли в другую сторону. Ну, значит, будет еще что вам показать поближе центральную вот эту стену и башню Марии Мнишек, Марины Мнишек. Вот, ну, это тема другого видео, тема новой поездки. Я надеюсь, мы сюда еще приедем в ближайшее время. Uh, мы, по крайней мере, планируем. Надеюсь, все будет нормально, и нам удастся это... Поездка, и Тогда я вам покажу то, что не вошло, то, что не попало в эти, в этот раз э, в мои видео. И буду снимать уже что-то новое, то, что уже сейчас я вам покажу, уже не буду снимать, буду снимать что-то другое. Возможно, это будут музеи, возможно, это будут э, башня Кремля, стены Кремля. Я вам расскажу про них памятник э, Дмитрию Донскому. И э, надеюсь, это все будет интересно. В Коломну можно приезжать, по-моему, бесконечно. Конечно. Кстати, на дорогу у нас ушло всего полтора часа обратно. Мы доехали очень быстро, сразу скажу. Правда, уже темнело. Мы выехали в 5 часов. Были в Москве, в Люберцах, были полседьмого и я даже не заметила, как мы доехали абсолютно, то есть просто легко на раз-два, раз-раз бронится, раз-раз уже Люберцы как-то очень быстро. Очень комфортное такое расположение этого города, вроде как и, и не очень близко, и не очень далеко, 100 километров на машине, в принципе, э, нормально можно доехать. Вот, поэтому, если у вас есть такая возможность, приезжайте в Коломну, я думаю, вы не пожалеете. Справа от нас стена Нового Галутвина монастыря, Слева особняки, купеческой знати, коломны. И прямо перед нами э, стена. Еще одна очередная тремлевская, э, где мы оставили свою машину возле родового. Но родового там уже не было. Он только днем, наверное, стоит, не знаю. Вот. И мы сейчас направляемся к машине и будем э -э, уже выдвигаться в Москву. Э -э, я искренне благодарю вас за просмотр моих видео в Коломне. Я с вами поделилась этой прекрасной поездкой. Поездкой одного дня. Куда мы я ездила. Спасибо сестре. Она меня пригласила с собой и маленькому племяннику Ярославу э -э, Ярику. И мы прекрасно провели время. Много смеялись, много хихикали чудесно, чудесно провели время и вернулись очень такие какие-то веселые, в заряженном, хорошем, позитивном настроении. И я очень благодарна своей сестре Маше за то, что она меня туда пригласила, в Коломну, и надеюсь, это была наша с ней не последняя поездка. Мы с ней раньше много ездили, но теперь у нас еще есть один попутчик, который ездит с нами за приключениями, это Ярослав. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего доброго. До встречи на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Гуляйте со мной по Москве, по Подмосковью, по другим городам России. Я надеюсь, будет интересно. Всем пока-пока. Всем всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.